В данном видео мы покажем подключение комплекта светильник, состоящий из двух штук. В комплект входит светильник Master Duet, светильник Duet. Также входят монтажные клипсы. В зависимости от длины светильника количество клипс может меняться в большую сторону. Инструкция с подробным описанием подключения. Светильники поставляются с длиной кабеля 2 метра в картонных тубусах с маркировкой. Как происходит подключение? Кабель, непосредственно подключаемый к трансформатору, обозначен наклейкой. Подключаем к трансформатору. Загорается индикация датчика. Проверяем на работу. Светильник работает. Дальше производим коммутацию двух светильников в виде соединения двух плоских разъемов папа-мама. Проверяем. Светильник работает. Данный датчик имеет функцию диммирования при включенном состоянии длительном касании. Можно уменьшить силу свечения, вернуть в исходное положение. Длительное касание. Увеличиваем силу свечения.